На площадке региональной общественной палаты стартовал новый проект «Час с правительством Новгородской области». Первая встреча состоялась с руководителем Департамента внутренней политики Захаром Лешуком. Представители общественной палаты считают символичным, что первый диалог состоялся именно с руководителем Департамента внутренней политики региона. К Захару Лешуку у участников встречи было немало вопросов, которые они смогли задать сразу после решения организационных моментов. Перспективы и концепция развития общественной палаты в будущем году, новый формат выборов в структуру, финансовая поддержка деятельности некоммерческих организаций со стороны власти. Новый проект «Час с правительством Новгородской области» обе стороны считают весьма полезным. Здесь поднимаются самые актуальные и порой острые темы. Вот такие встречи, они являются не единственной возможностью общаться с властью. Сейчас во всех органах власти созданы общественные советы, и на постоянной основе вот это общение проходит. Идея же вот такого проведения, таких встреч, когда общественность и общественная палата заранее определяет, в какой плоскости лежит какая-то самая наболевшая проблема. И вот того чиновника мы с удовольствием пригласим и составим разговор по конкретной злободневной теме, которая возникнет. Новый проект предполагает регулярные встречи членов общественной палаты с представителями правительства области. Планируется, что они будут проходить раз в месяц. Добавим, что идея проведения подобных встреч возникла в этом году в общественной палате страны и реализуется в формате онлайн-конференций. Общественники из разных регионов могут задать свои вопросы представителям министерств России.